Очень люблю рисовать фон широкой кистью. Для чего же мне она нужна? Широкая кисть сразу же заполняет все пространство. И она очень бывает живописной и выполняет все мои пожелания по выполнению моей идеи. Посмотрите. Вот так вот. Кроме того, она, широкая кисть, может выполнять и более, не только вот такие работы, широкие рисунки, большие, так сказать, площадя. Она может выполнять работу по рисованию. Вот, допустим, вот такого фонаря. Вот. Так, теперь мастихинчик можно взять и продолжить рисунок фонаря. Вот так. Вот почему я люблю вот такую широкую кисть. А уже более тонкой кистью идет прорисовка того, чего я не могу сделать именно широкой. Идет прорисовка. Вот так вот. И отражение в воде.